Внедорожник вместе с водителем слетел с моста в Актобе. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с проезжающим рядом авто. От удара машина отлетела в сторону и, проломив ограждение, упала с почти 5-метровой высоты. Водитель получил тяжелые травмы. Ему понадобилась экстренная операция. Сейчас пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии. В причинах происшествия разбираются полицейские. В настоящее время проводятся следственные действия. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на проезжей части гололеда не имеется.